какой. Ну, не выдающийся, чего уж там. Ничего-то нет там ничего. Олег, ну сколько можно? Когда уже новые катушки поставят для нашей программы? Да что ж такое? Опять мимо. Я напряжение прям как. Чего сейчас мы возьмем? Может, надо расслабиться, и тогда все получится? Крупняк пошел. Поменял опарыши. Да, и результат. Вот. Надо, Гия, жмотничать. Меня клюет. А, это я зацепился за эту солиску? Или нет? Нет. Не успеваешь? Точно. Неужто? На Фидо? Бобла? Какой раз уже? Просто все ходите где-то. Вот она. Пожалуйста. Неплоха. Такая же, как у вас. Неплоха. Неплоха. Классическая. Сами снимайте. Да. На все можно поймать воблу. Было бы желание. Но хочу сказать вам, дорогие телезрители, что сейчас произошла информация. Может начаться дождик. И если мы вовремя не увидим, мы отсюда никогда не увидим. По этой дороге после дождя невозможно проехать. Так что мы сейчас, наверное, потихонечку будем сворачиваться и быстрее оттаться отсюда. Потому что по этой глиняной дороге до ближайшего микроподъемчика. И все. А потом жить здесь как на льде, пока не высохнет. Так что вот у меня, кстати, может быть, сейчас на вторую пока выкину, но я вернусь еще. Дорогая, до 300. Ах, как. А кто одну сломал в обувь? Ну, давай, давай, трусь, уж. Что за рыбка? Стабильный клев на фидер. Он несколько штук поймали. На удочку намного интереснее, честно говоря. Но мы и на фидер пробуем, чтобы было понятно, что на всякую снасть можно поймать эту рыбу. Фидеристам особенно будет приятно. Пожалуйста, сидись и лови на фидер. Вобла ловится. Вот она, старая знакомая наша шамайка. Она сегодня у нас не в программе. Но все равно рыбка, конечно, интересная. Бойкая такая. Но сегодня вот она у нас в прилове. Паш, поделись эмоциями с Гией. Бессмысленно. Бессмысленно со мной делиться эмоциями. Я сам хочу поймать. Молодец, Паш. Кто умеет, тот ловит. А вот Паша умеет. Вот поймал некрупную воблочку, и она побита хищником. Видите? Не знаю, кто это. Сом, судак, щука. Нет, не щука точно. Это или судачок, или сом. Скорее всего, сом. Что так прихвачено. Выжило, значит, и дальше. Проверим, осталось чем после поклевок. Сейчас кормушечку забьем. Сейчас поймаем. Сажали всего опарыш. Долго ждать теперь не буду. Буду подсекать сразу. Ну, не сходи только, солнышко. Это вам не на удочку. До последнего вроде... Ой-ой-ой, сопротивляется. Вот она. Вот она. Эх. Да, сойди. Мастерство. Даже на сложную техническую снасть можно поймать.
воблу. Главное приспособиться к поклевкам. Ты же когда ждешь, ждешь, это дын-дын-дын-дын. Нет, только дын-дын сразу, нечего там. Кто сжирает этого опарыша на раз? Вот такая она, вобла. Ну вот, очередная воблочка у нас. Ну, хорошая такая, здесь она жирненькая такая. Кстати, очень хорошие вкусовые качества. Заблуждение, что воблу обязательно надо вялить, да, там, вот. На самом деле очень вкусная рыба. Вообще есть рецепт такой, он, наверное, больше все-таки применим для рыбы более благородной, чем вобла. Но мы сегодня попробуем приготовить ее. Я уже готовил таким способом. Думаю, что будет очень вкусно. А главное еще и эстетически красиво. А это что? Что там такое? Дикая кинза. Вот она, да? Ой, как пахнет. Да-да-да. Ой, где? Аромат. Да. Мы сейчас насобираем ее и используем в своем рецепте. Это да. Приготовление рыбы. Она даст аромат такой. Ух. Очень ароматно. Цветет. Вот. Ах! И вот рыба поймана и почищена. Осталось ее только приготовить и съесть. Ну что? Ну что? Как дела? Что? Да все нормально, все практически готово. Что за такое блюдо будет у нас необычное? Ой, ты знаешь, на самом деле блюдо практически придумано. Да? Да. Сам... Из того, что есть. Да. Вообще... Бычки в томате я знаю. Нет. Очень вкусные. Нет, нет. Я готовил такое блюдо со свежепойманной рыбой, абсолютно различное. Принято думать, что вобла это, да, в основном это там вяленая. Ну вот здесь в Азербайджане ее жарят. Но на самом деле есть способ приготовить, по-моему, любую свежепойманную рыбу так, что это будет очень вкусно. Причем это можно сделать, ну, достаточно в походных условиях. Угу. То есть нужны помидоры, зелень. Угу. Ну, дело в том, что здесь должно получиться еще очень хорошо, потому что это не просто помидоры. А вкусные, азербайджанские. Это вкусные, настоящие азербайджанские. Не те, которые вы покупаете в Москве или где-то там еще на рынке, которые вам выдают за Азербайджан. А настоящие, да, очень вкусные. Зелень, причем вот здесь будет еще, мы уже показывали. Называли ее мы, правда, кинзой почему-то, там когда собирали. На самом деле, конечно, это дикий укроп. Он и пахнет укропом. Укроп, кинза. Какая рыбе внутрь разница? То же самое делаем с этой рыбой. Вот. Ну, конечно, естественно, рыба, у которой там больше полость живота, ну, куда можно более нафаршировать. И, конечно, этот рецепт больше подходит, но я думаю, что... Знаешь, какую поймали, такую и готовим. Тоже верно, тоже верно. Вы поймали, то и готовите. Ну, так красивенько. Да, прекрасно. Паша решил вот по-своему как-то еще что-то. Ну, по-твоему, но чуть-чуть по-своему. Давай. Возьму рыбку, которую поймал Ге или Олег. Нет, это ты поймал. Я? Вот посмотри в ее глаза. Она так жалостно на тебя смотрит. Да. А что ты будешь? Я хочу сделать почти герметичный пакет. А-а-а. Чтобы можно было с одной стороны, с другой стороны. Ну, Ге, то есть ты вообще не хочешь класть рядом ничего? Помидор. Не-не-не, обязательно положу, как ты учил. А что, что это? А, герметично, чтобы там... Ну, можно, да-да-да. Иначе вытечет. Да. Ну да, имеет смысл. Какой, вот. Не знаю. Но... Как какой? Герметически. Красиво. Ой, как красиво. Ну, красиво, действительно. Ну, вот остались помидоры, за которые ты так радовал. Давай уже доложим. Да? Ну, конечно. Ну, да. Диким укропом. Ай, вах. Вот так красиво, согласись. Очень красиво. Если не получится, мы просто открывать не будем. И скажем, что это было очень. И на этом остановимся.
Так, только надо так положить, чтобы мы знали, что она будет чуть позже, чем остальное. Mm-hmm. Готовится, я думаю, что минут, ну, 15 максимум. Ну, 15 максимум. Свежая рыба. Абсолютно только что выловленная. Буквально час назад. Вот так, например. И вот так. Посмотрим, посмотрим, что там получится. Вот надо. Надо посмотреть, наверное, самую крупную. О, посмотреть. Красиво. Красиво и... Ой, какой аромат. Аромат-то. От укропа этого дикого, да? Вот ты прям чувствуешь, как укроп такой. Ой, так, помидорчики, ну, они такие уже протушили. Ну, давай, на стол. Давай на стол, да, и будем сейчас пробовать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А что? Красивая рыбка получилась. А, ну что, вот вилочка. Да. Можно, да. Можно спрыснуть лимончиком, на самом деле. Отличная идея. Как ты считаешь? Какую будем пробовать? Большому куску, мне кажется, и рот рад. Давай ее польем, и я думаю, вот с нашарапанной. Ну, давай, давай. Слушай, а где-то Олег? Может, Олег твой? Олег! Иди сюда. А то не участвовал в приготовлении. Вот вам вилка. Давайте. Ну, давайте. Вот. Давайте. Ой, какая нежная. Вот. А это травой, это прекрасно, как вкусно. Слушай, прям вот этот дикий... А, знаешь, вот надо с помидорчиком еще. Ой-ой-ой. А что-нибудь на шарап, интересно, дается ли это? Не знаю. Вот я другую не пробовал, эту очку-то. Попробуйте на шарап. Все-таки они правы, когда приносят на шарап готовой рыбе уже. Ну, не знаю. Потому что он немножко... Давай без нашарапа. Но он все-таки теряет свою вот эту. Ну, хотя, ты знаешь, это пикантнее. Я не знаю. Мне вот это очень понравилось. Ну что, на самом деле рыбалка удалась. Мне кажется, что и готовка, в общем, тоже. Неожиданно, ну, наверное, для воблы не самый такой рецепт, который вот надо брать на вооружение. Но если у вас есть свежая рыба, есть под рукой там пару помидоров и какая-то зеленушка, мне кажется, можно на любом абсолютно пикнике, на любой там на выезде приготовить вот эту рыбу, готовится действительно реально 15 минут и очень вкусно. Вообще все хорошо. Рыболовные приключения продолжаются. Смотрите в программах «Диалоги о рыбалке», «Поиски загадочной рыбы Кутум» в окрестностях Баку.